Более 30 тысяч гектаров лесов и полей в Хабаровском крае пострадали от огня с начала пожароопасного сезона. Возгорания зафиксированы в 8 районах региона. Большинство пожаров начались по вине человека. Как бороться с ландшафтными и природными пожарами, обсудили на заседании межведомственного оперативного штаба. Репортаж Марины Нестерович. Противопожарный сезон в Хабаровском крае в этом году начался с 5 апреля. За месяц в регионе возникло 905 пожаров. И хотя ни один населенный пункт не пострадал, но ситуация может измениться. Проверки показали, что в 12 районах территорию не очищают от сухой травы и мусора. В случае возгорания огонь перекинется на село или дачные постройки. Были ситуации, когда местные жители могли собственными силами ликвидировать пал травы, но не проявили инициативу. Такой случай 10 мая произошел в Комсомольском районе. К месту пожара глава даже не выдвинулся. Силы и средства добровольчества сельского поселения не были организованы и не задействовались на ликвидацию пала сухой травы. В северных районах в настоящее время возгораний нет. Пожарные и техника перенаправлены в южные районы, где уже установилась жаркая погода. Ежедневно система мониторинга фиксирует до 100 термальных точек, которые могут вырасти до крупных пожаров. По словам синоптиков, надеяться на дожди не стоит. Они пройдут локально, интенсивных осадков не будет. А в последнюю неделю мая температура повысится до 28 градусов. Тогда уровень пожарной опасности получит статус чрезвычайный. Сейчас уже по территории вот Вяземске, местами в Верхнебуринском районе, в Хабаровском районе, вот там Сикжима, тоже местами в Комсомольском районе, уже установился класс пожарной опасности 4. За месяц в регионе выгорело 30 тысяч гектаров лесов. Доказано, что половина пожаров произошла по вине человека. Мы знаем, какая трагедия уже произошла у наших соседей в Красноярском крае. То, что сейчас горит Амурка и другие регионы. Прошу всех быть крайне осторожным с огнем, воздержаться сейчас от излишних поджигания мусора. С начала сезона пожары были зафиксированы в 8 районах Хабаровского края. Сейчас очаги тушат на территории Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Солнечного и имени Лозо районах. Марина Нестерович, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».